Предлагаю вам обзор платья по выкройке с сервиса Wikisews. Выкройка называется Анна. Я сейчас быстро расскажу, как я его откорректировала, чтобы платье на меня смотрелось максимально выигрышно. Во-первых, сервис советует не шить это платье из джерси, а я, естественно, взяла именно джерси, поэтому потребовались корректировки, так как материал биэластичный, он растягивается как по основе, так и по утку. Что я сделала? Я занизила пройму, то есть потому что у Вики обычно пройма заканчивается высоко, это не совсем удобно. Я понизила ее на 2,5 сантиметра. Дальше я опустила на 3 сантиметра выточку, потому что вот это вот именно мой уровень, и я уменьшила вот этот вот срез, по-моему, на 1,5-2 сантиметра, длину вот эту, вот, чтобы не было, чтобы не отставало от груди, не было никаких пузырей. Дальше, юбка. Юбку я сделала, чтобы она, вот этот запах заканчивался на уровне запаха лифа, и заложила дополнительный защитник. Что он нам дает? Он закрывает вот этот вот наплыв, закрывает все выпуклости в районе живота. Понятно, что мы не модели, и у нас тут лишнее есть, и как раз вот, вот этот вот защип, он все и скрывает. Линию низа, вот линию среза этого запаха я продлила, и линию низа сделала неровной, просто потому что так получается динамичнее. Рукав уменьшила, он был длинный 60 сантиметров, я сделала 3/4, 50, и не стала заужать. Дальше, пошив был традиционный по инструкции этого сервиса. Единственное, что я юбку сделала на подкладке, полностью на подкладке, просто чтобы она струилась, мне так больше нравится. И выяснилось уже при носке, что когда стоишь, юбка выглядит очень симпатично, но стоит только присесть, запах вот так вот расходится и открывает ноги вообще до вот неприличного уровня. Поэтому что я сделала? Я пришила вот здесь вот резинку. Она, значит, держит внутреннюю часть запаха, и здесь пришита к подкладке. И поэтому вот здесь не тянет, получается, с этой стороны, но в то же время запах удерживается. Я долго думала, с чем носить это платье, потому что оно очень такое строгое, классическое, подчеркивает фигуру. С лодочками это выглядит еще более строго. И поводов надеть становится намного меньше. Поэтому я стала носить его с белыми кедами. И вот трикотаж, который используется в платье, максимально подчеркивает спортивный стиль. И выглядит это очень современно, и поводов надеть его становится намного больше. Всем рекомендую, если вы будете браться за эту выкройку, то закладывать немножечко больше времени, чем вы планировали. То есть, да, корректировки потребуются, но если все сделать очень аккуратно, платье будет выигрышно подчеркивать вас и вашу фигуру.